Друзья, всем привет! Это Дмитрий. Сегодня хочу вам показать вот такой вот Меган 4 Рено в кузове Универсал в самом его продаваемом топовом цвете темно-синий металлик. Комплектация называется у нас Intense. 17 колеса, LED оптика. Такой вот синий универсальчик. Стоимость его на сегодняшний день 1 395 000. Проверял для клиента и воспользовался моментом, чтобы вам кое-что показать. Вы, наверное, спросите, что здесь, Дмитрий, необычного в этом автомобиле. А необычное, сейчас я вам покажу, что необычное. То есть, не прям необычное, необычное, но то, чего обычно у меня нет на канале. Давайте заглянем ему под капот и взглянем на сердце. Итак, Меган 4 с двигателем дизельным 1.6 R9M с одной турбиной на 130 лошадей. Мне кажется, еще на канале у меня точно не было такого, такого автомобиля с таким вот двигателем. 130 лошадиных сил, 320 ньютонов крутящего момента. Прям, я вам сразу скажу, что тот же Space, там Grand Scenic 4, Талисман с двигателем 1.6 едут, ну прям вообще как пушинки он их несет. И поверьте, Меган 4, ну понятно, что вес у него намного меньше, чем у того же Талисмана, Grand Scenic, Space. Сейчас вам просто покажу наглядно, какая динамика у автомобиля. Ну, камеры понятно, что там максимально не передаст все это. Но все же. У нас богатая комплектация, Intense. У нас LED Pure Vision фары. Мотор R9M. Адаптивный круиз-контроль. Радар в виде значка. Парктроники по кругу. Противотуманные фары, 17 колеса красивые. Видите, шильдика нет, Bose, это Intense. Музыки Bose также нет в данном автомобиле. 4 стеклоподъемника. Как и в Bose, также светятся карты дверей и центральный туннель. Но сразу в Intense, кто их покупает, они любят именно за отделку, да, не как в Bose. А здесь такой вот велюр приятный. То есть вот такой вот, ну, подушки из приятного материала красивые. У нас механическая коробка, адаптивный, такая вот приборная панель, большой планшет, камера заднего вида. Сейчас, наверное, сейчас покажу, кстати, многие интересуются, что же вместо этого сабвуфера лежит. Так, здесь у нас как бы дорожный набор, крюк, компрессор, клей. Есть насадка, как в Bose. Задние LED фонари. Хром, бесключевой доступ. Так, салон я быстренько пробежал. Но я просто хотел вам запилить видосик, пользуясь моментом, что проверял для клиента про двигатель именно 1.6. Скоро вам, наверное, покажу. Я не знаю, получится, не получится договориться взять на обзор машину, дадут или нет. Есть один автомобиль на бензиновом, точнее Меган 4 с бензиновым мотором 1.2 турбо TSE. Сейчас есть свежие машины уже с 1.3, а тот еще с 1.2. Но такой же, наверное, встречали мы на Кашкае, который официально продавался, турбовый 4-цилиндровый мотор. Но сейчас проедемся, и я вам покажу, как едет автомобиль Меган 4 с небольшим, напомню, весом автомобиля на этом двигателе R9M. Так, друзья, сейчас выключу, чтобы пристегнуться, чтобы не пикало, и потом посмотрим. Так, друзья, включаюсь. Какая-то пятнаха меня хочет обогнать, но я думаю, что Меган ей не по зубам с 1.6 мотором. Посмотрите, как он четко набирает километры. То есть такой машина ураган, я вам скажу. Хорошие тормозные диски. Точнее, тормоза. Тормозные диски на нем, я посмотрел, в хорошем состоянии, свежие. Блин, как же он хорошо едет вот на низах. Вот прям чуть-чуть нажимая на педали, машина сама вот прям подрывается, начинает очень резко ускоряться. Сейчас развернусь. Так.
Блин, очень классно, когда вы едете, то есть даже особо не давите, да, на педаль газа, а машина сама, то есть, начинает постоянно, ну, как бы, очень сильно вас вдавливать в сиденье. То есть, как вот именно в этом Мегане, ну, прям кайфовые ощущения, я вам скажу. Такая машинка C-класса, вроде, да, неприметная, комфортная, но, блин, это надо на нем проехаться, чтобы понять, там, передать правильные вот эти эмоции, которые там... С полторахой Меган, я всем говорю, что он прям такой пушка-гонка хорошо набирает, но как с 1.6 он набирает, это вообще что-то с чем-то, потому что, ну, это второй раз я, ну, еду на Мегане с таким аналогичным двигателем. Ну, первый раз мне не дали особо там разгоняться, сидел строгий продавец, а здесь как бы разрешили сделать тест-драйв. И вот я вам показываю. Сейчас, ребят, сделаю чуть попозже включение. Сейчас напрямую выйду и попробую максимально ускориться. Посмотрите, как он набирает километра. Так, друзья, подъезжаю к светофору. Буду первым. Сейчас буду, как загорится зеленый, стартовать. Включил первую. Так, чуть попозже, может быть, сейчас я вам включу. Ага, загорелся. То есть, ну, смотрите. Сейчас я отъеду чуть-чуть. То есть, как набирает мотор... Это чуть-чуть больше полгаза. Но как он снизу тянет, это просто что-то с чем-то. Но зацените, да? Как бы это пятая, вот шестая. И все, он пытается разгоняться. То есть очень большой плюс, что он не сдуется на какой-то большой скорости на трассе. Как бы на этом все. Как бы суть ролика была показать вам, что есть Меганы 4 с двигателем R9M. Даже есть 160 сильные, я видел в каталогах. Там в основном хэтчбеки, как-то спорт или GT, что-то так называется, комплектация. Блин, ну вот это кайф, когда он с самых низов чуть-чуть дотрагиваетесь, и он несет прям вас, как бы, как, знаете, как 3-литровая BMW, так скажем, то есть на фоне 2-литровой. На этом у меня все, всем пока.